Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу показать вам свой заказ в магазине VIP Service Market. Там я заказывала воду. Сразу хочу сказать, что покупала я все это за свои деньги, то есть мне никто ничего на обзор не предоставлял, просто так как сделала покупку, решила вам рассказать. Чек у меня вот здесь. Сейчас покажу название магазина. Вот здесь QR-код. Ну, во-первых, самое основное, что я там заказала, это газированная вода краинская, она природная, питьевая, лечебно-столовая, сульфатно-кальциевая. Дело в том, что у нас дача находится на границе Калужской и Тульской областей, и там есть недалеко курорт Краинки, и у них совершенно потрясающая, очень полезная вода. И, конечно, во всех магазинах мы могли приобрести данную воду, но в Москве, к сожалению, долгое время практически невозможно ее было приобрести. Ну, по крайней мере, вот так вот в свободной продаже, в тех магазинах, которые там я посещала, или в интернете, я данной воды не видела. И вот у моего папы была такая проблема, у него была желудочная грыжа, и когда он много ходил, какие-то были неприятные ощущения, ему даже приходилось пить соду, чтобы снять эти неприятные ощущения, плюс была какая-то изжога, вот. И мы с ним 3 месяца жили на даче обычно, просто мы последние годы туда не ездим. И все 3 месяца мы как-то пили постоянно вот эту воду. И как-то я его спросила, говорю: папа, ты пьешь соду? Он говорит: ты знаешь, я уже забыл вообще, что такое проблемы с желудком, что такое сода, говорит, все вообще в порядке. И больше его вот эта проблема не беспокоила. При этом, что повторюсь, в зимнее время мы не пили эту воду, мы пили только вот июнь, июль и август. Ну, во-первых, взяла я воду вот в таких стандартных упаковках по 1,5 литра. Взяла, в упаковке было 6 бутылок, и я взяла 2 упаковки, то есть всего 12 штук. И также я взяла точно такую же воду в объеме 0,5. Там было в упаковке 12 штук, и я взяла 3 упаковки. Раньше еще какая-то была другая этикетка, но это уже давно было. Может, в принципе, и сейчас их несколько. Но в основном вот такая. И могу сказать, что и та, и другая вода очень хорошая и качественная. Давайте я скажу вам по ценам. Вот это вот, 1,5 литра, которая. Я скажу цену сразу за упаковку. Упаковка стоила 200 рублей, то есть вот 6 бутылок. А вот эта упаковка по 0,5, там, значит, в упаковке 12 штук, напомню. И стоила такая упаковка 235 рублей. То есть можно посчитать, сколько будет стоить одна, это очень-очень выгодно. И при первом заказе мне сделали еще скидку, по-моему, 10%, но не на эту воду, а на другую. Я брала еще 2 бутылки по 19. Разрядился у меня аккумулятор. В общем, я остановилась на том, что говорила, что купила воду, еще не газированную, 19 литров. Изначально вообще хотела сделать заказ на другом сайте, потому что там была и вот эта вода, и еще краинская вода, точнее, называлась Краинка, негазированная, в бутылках по 19 литров. Но тот сайт, он как бы существует, но при этом не работает. То есть мне никто не перезвонил, поэтому решила заказать вот в данном интернет-магазине. Купила, но там была только вот эта вода, а 19 литров негазированную я взяла уже другого производителя, АВК ПЭТ, негазированная чистая питьевая вода первой категории в одноразовой антивирусной бутылке. Взяла я 2 бутылки, и одна стоила 290 рублей. Почему взяла 2? Потому что меньшее количество они не продают. Конечно, я бы предпочла брать 1,
Наверное, ну, хотя, в принципе, за месяц у меня именно эти две уйдет, просто вопрос, где все это в квартире хранить. Вода по итогам тоже оказалась очень хорошая, очень приятная. У нее нет никакого вот такого противного привкуса, как вот мне, например, не нравится Шишкин лес. Ну, не люблю я эту воду, и все, вот просто ее пить не могу, к сожалению. Вот она просто вот такая нейтральная, хорошая вода, которую с удовольствием можно выпить, а мне важно, я стараюсь пить 1,5-2 литра воды в день, поэтому для меня важно, чтобы именно вот была просто хорошая вода. Ну, давайте я вам ее сейчас покажу. Кстати говоря, о газированной воде, её, я не помню, просто сказала я вам или нет, потому что пришлось переснимать несколько раз видео, но это вода как такого, ну, среднего газирования, то есть ее не обязательно выпускать газы, то есть вы открыли и можно сразу пить. Она очень такая мягкая и приятная. Вот так вот выглядит сама бутылка. Там сверху отверстие, конечно же, для кулера или для помпы можно. Помпу они сказали подарят в подарок, если купишь 5 бутылок, но, знаете, мне просто ставить некуда. Ну и потом, например, у них ее можно и отдельно приобрести, но стоит она не очень бюджетно. А в то же время, как в Ашане, можно ее за 160 с чем-то рублей взять. Тем более, насколько я знаю, как я читала разные отзывы, что более дорогие помпы, что более дешевые, они все одинаковые и не очень качественные. Поэтому куплю что попроще. Просто кулер я думала, конечно, приобрести, но, наверное, это все-таки будет потом, как-то попозже. Вот у меня здесь стоят такие бутылки по 1,5 литра. Ну и вот весь мой заказ, там разные бутылки. Я очень заказом довольна. Обошелся он мне в 1627 рублей, доставка была бесплатная. Поэтому всем очень довольны. Если я не забуду, то ссылку оставлю под видео. Если забуду, то в начале видео я показывала чек, там был адрес, телефон и QR-код. В общем, если у вас есть возможность приобрести вот такую украинскую воду, я очень рекомендую, не пожалеете. Она по-настоящему классная и, по крайней мере, мной она проверена годами. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!